Тебе никогда не казалось, что Москва – это тюрьма? Казалось. Москва – тюрьма. Но мы ее любим. Как сбежать из тюрьмы, которую любишь? Дать взятку надзирателю. В полет душа, белые крылья огородят родных стеной. Возле нас где-то мазали былью, где-то же рай может стать тюрьмой. В полет душа, белые крылья огородят родных стеной. Возле нас где-то мазали былью, где даже рай может стать тюрьмой. Близость смерти меняет взгляд на вещи. Жизнь коротка, чтобы отказывать себе там сладком. Но если вовремя не отпустить прошлое, то еще слышал, оно задушит вмиг будущее гадостно. Им не понять нас, нам не понять их, брат. Когда смерти не боимся, а боимся пустой жизни и себя. В рассказах старших наших наблюдаем в такт. В мечтах, где себя искали в тех листах зарытых, забирала земля от них. Других тюрьма, нам судьба свидания с роднёй преподнесла. Спасибо, сколько лет, сколько зим, братан. Обнял, приподнял, в сроках чернопутанных слезы катились, дыша в размах душа, как те белые крылья. На бутырке снова на мечты гнилой стеной. И на огрызках фото лица без эмоций были. А в наших случаях даже рай может стать тюрьмой. В полет душа, белые крылья огородят родных стеной. Возле нас где-то мазали былью, где даже рай может стать тюрьмой. В полет душа, белые крылья огородят родных стеной. Возле нас где-то мазали былью, где даже рай может стать тюрьмой. Размах душа, как